Всем привет! В этом видео я покажу, как можно заработать деньги в интернете на сайте ProfitCenter. Для начала нужно пройти простую регистрацию. Ссылку я оставил под видео. Вот. Проходите регистрацию и сразу попадаете на страницу, где можно заработать. Вот здесь слева вкладка «Заработать» и разные варианты, как это можно сделать. Начнем с самого простого. Это серфинг сайтов. Нажимаем. Пролистываем немного вниз, и здесь динамические оплачиваемые ссылки. То есть нажимаем на любую ссылку, приступить к просмотру. Ну и здесь показана какая-нибудь реклама. И слева сверху временной таймер, то есть ждем, пока таймер дойдет до нуля. Решаем простой пример, ну другими словами, проходим капчу. И деньги сразу попадают на баланс. Вот смотрите, сейчас на балансе 0,47 рубля. Решаем пример. 3 плюс 8 это 11. Щелкаем отправить. Вот, и на балансе уже 0,09 рублей. Ну, давайте еще один попробуем. Заданий таких много, то есть можно просто сидеть их выполнять и за это будут моментально платить. Ну вот щелкаем сюда, например. Приступить к просмотру. Сайт еще не загрузился, а таймер уже идет. Ну, кстати говоря, такое бывает, что иногда сайт не загружается, но деньги свои вы получите в любом случае. Так, просто сейчас ждем, пока таймер дойдет до нуля, решаем пример, и деньги попадают к нам на баланс. Ага. Загрузился, но нам не интересно, в принципе, что здесь. Так. Ну, я так понимаю, нужно ввести количество звездочек. Их тут раз, два, три, четыре. Щелкаем. Просмотр засчитан. Вот так вот просто это и работает. Теперь рассмотрим следующий вариант заработка. Это чтение писем. Причем, заметьте, оплата идет здесь уже немного выше. Ну, щелкнем сюда, например. Приступить к чтению. Вот в этом блоке дается какая-то информация. То внимательно читать не обязательно, просто вот смысл в чем. Снизу нужно правильно ответить на вопрос, чтобы получить оплату, да? Так, 90% много, стать рефералом, читать следующее письмо. Так, вопрос, что сделать, чтобы следующее письмо стало дороже? Ла-ла-ла-ла-ла. Угу. Ну, это приглашение в рефералы. Сомнительно, конечно. Ну, щелкнем «Стать рефералом», это правильный ответ. То есть какой-то пользователь рекламирует свою страницу, чтобы вы становились его рефералом. Но нам это не интересно. Мы просто ждем, пока таймер закончится, чтобы получить свою оплату. Больше нам здесь, в принципе, ничего не нужно. Так, 0. Передвиньте ползунок вправо и нажмите «Отправить». Окей. Двигаем вправо. Отправляем. Все. Наш баланс пополнился. Так, обновим страничку. Да, как видите, баланс растет потихоньку. Так, выполнение заданий, прохождение тестов. Давайте попробуем прохождение тестов. Угу. Здесь уже оплата выше идет. Так. Что тут у нас? Начинаем выполнение. Ну, показывать не буду, чтобы много вашего времени не занимать. Здесь смысл в чем? Вот дается ссылка на какой-то сайт. Берем, на сайт переходим. Ну и где-нибудь на сайте есть какие-то цифры или слова. И вот внизу задания вот появляются вопросы к этому сайту. Какой код на сайте там? На такой-то странице, там, на второй, на третий. То есть есть сайты, у которых там, ну, 50 страниц, например. Ну и задаются такие вопросы. На сайте на 20-й странице снизу там какой код стоит. Вы, например, смотрите, что там GGG877, например, ставите, отмечаете и отправляете отчет. То есть это достаточно быстро, то есть здесь не надо ждать 20, 30, 40 секунд, чтобы получить оплату. Просто заходите на сайт, смотрите и ставите, и отвечаете на вопросы, получаете оплату. Это все очень быстро идет. Вот. Следующий вариант это... Выполнение заданий. Ну, давайте посмотрим. За задание сразу, хочу сказать, платят гораздо больше. То есть рубль, 2, рубль, там, 9 рублей.
И что интересно, задания можно выбрать, какие проходить по категориям. То есть вот справа щелкаем, и здесь идут разные варианты. Вот, например, только регистрация, то есть дается какая-то ссылка, вы регистрируетесь, и за это получаете оплату 2-3 рубля там или больше. Причем внутри категории можно ставить фильтры по рейтингу на задание, да, по цене. Давайте по цене сделаем. Вот 10 рублей, 6, ну то есть уже гораздо больше получается, да? Вот, ну, какие еще категории есть? Вот только клики. Ну, то есть, например, нужно зайти на сайт, что-нибудь покликать и все. Вариант с Ютубом. Здесь нужно, вот, кстати, навести мышку, если появляется описание задания. Ну, как правило, здесь смысл в чем? Заходим на чей-то канал, смотрим пару видео, ставим пару лайков и все. Но для того, чтобы выполнять такие задания, необходимо зайти в настройки и привязать свой YouTube аккаунт. Это все делается за 1 минуту буквально, в этом ничего сложного нет. Вот. Смотрим дальше, что еще имеется. Ну вот, регистрация с активностью. Вот это уже интереснее гораздо, да, видите, тут 200 рублей, 200, 200, 200, 200, 100. То есть, если выполнить такое задание, то сразу такая хорошая сумма начисляется на баланс. Вот. Причем каждый вариант я уж не буду рассматривать, но здесь достаточно много вариантов, как можно заработать на заданиях. То есть, давайте подытожим. Серфинг сайтов, чтение писем, прохождение тестов. Ну, там от 5 до 20-30 копеек за раз можно заработать. Это, конечно, мало, и не хочется столько времени на это тратить. Вот. Но если выполнять задание, то можно заработать сразу и причем в сотни тысяч раз больше. То есть сами посчитайте, если за день выполнить вот эти вот задания, что имеются, то сколько можно получить. Уже сумма будет гораздо интереснее. Вот. Что еще хочется сказать по поводу сайта? Зарабатывать здесь можно достаточно быстро. Минималка на вывод это 10 рублей. То есть как только вы заработаете 10 рублей, вы можете вывести их на свой Яндекс кошелек, на Киви, на телефон. Ну и там в WebMoney другие способы есть, да, как выводить деньги. Вот, что могу сказать? Ну, регистрируйтесь на сайте, ссылка в описании будет. Если какие-то вопросы будут появляться, пишите в комментариях, буду стараться на них ответить. Вот, надеюсь, что видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Ну, пока, удачи!